14-й гранит Джака 34-й и тройка впереди. 14-й Абамиянг и в позициях инсайдов снимает команда атаку ближе к флангу. Но, наверное, со сваливанием в центр. Кореец Сон, 7-й номер. Чего ждем? А времени начало. По телевизионную картинку смотрел на часы. Дайер будет опускаться назад, мне кажется. Вот оно так и происходит. Арсенал у штрафной. Мхитарян, Беллерин. Подача. Мхитарян смотрит центр. Там, пытаясь отлепиться, немножко приотстал. Валиц Дэвис. Айвоби. И включение по флангу. Еще одна атака Арсенала. Калашинов прыгает мяч. И поэтной удар по воротам. Калашинов первый на подборе. Пяткой решил не играть. Тоттенхэм начал в приглядочку, скажем так. Дели Алли. Лукас Торейра какого тут прессует себе. И заброс вперед. Абамиянг. Пока что. Но всерьез играть пока не начинал. Пьер-Эмерик Абамиянг. Его без всякой нужды сбивает Арье. Пришли все три центральных. Вот они стоят. 16-й, 5-й, 20-й. Как тройка хоккейных нападающих. Ему стыдно. Не весь чего вытянутые вперед. Это не... И желтая карта первая. Погода вполне футбольная в Лондоне. Но в это время года. Закатов. Не сильно уже беспокоился. Ну, конечно, не по мячу, может быть. А так себе гадал Юрис. Пошел влево от себя. Да, Абамиянг все рит. Хорош пас от гранита Джаки. Удастся его обработать? Удается. Передача назад. А это передача Джаки. Ну, прелесть, что такое. И вот он пас назад, и удар Айвоби по-другому. Потому что все-таки с Интером команда не пропустила. И с Челси пропустила только в самом конце, ведя уже три на угловой Тоттенхэма. Сблизился Калашинов. Пас низом. Пытается поступить, как раскачивает соперника влево. Вдвоем не дают ни вправо, ни влево уйти. Подает Дэвис. Уверен бы крупным планом. Но он бы не сыграл. А пока Сон. Удар, поворот. Кейн, но и Сон. И вот это короткий. Калашинов. Отличный пас на угол. Так, сам Эктор Беллерин. А так Эриксен. И передача оставили, но был офсайд. Но как все равно оставили Сисок. Ну вот так. Ящик на замену. Это очень часто гол. Дели Алли. Эриксен. И все ж чистенько опять. А здорово вышли из непростой ситуации. Сон уже в штрафной. Удар в дальний угол. Сон, который на встречном продернул. Имеют преимущество Торейра. На Абамиян. Беллерин. Сон может сработать и сам. Но игроки Арсенала тоже вроде бы успели. Серж Арье. Передача вверха. А великолепный пенальти в момент паса. Пока повторы нам про это ничего не рассказывают. То, что Бернт Лена ошибся, это буду офсайда в этой ситуации. Потому что вроде из него выходил Дайер. И там вроде где-то на горизонте. Ну-ка. У меня есть сомнения. Несколько раз. Но явных моментов пока что не было. Майк Дин. Передача пен. Много. Два пенальти за тайм. Умеет, любит. Вот мы смотрим. Но надо отметить и то, что атаку предголевую. С проходом и выходом важно. Без первого гола не было бы второго. Может быть, получит и получает дуплетом два гола в свои ворота, один из которых забивает Харри Кейн. Добавлено. Но стычка была. Помощь оказывали. Абамиянг. Мустафи. Потеря Арсенала. Дели Алли катит мяч. Возможность найти очень острый ход. И тем не менее, атака 4-4. Получается пас на Калашиноца. По-моему, в офсайде. Мхитарян.
Но подача быть должна, иначе зачем гоняли этот тройку для центральной защиты? Только Алекс Айвоби. И Дели Алли в позиции защитника центрального. На втором. Вы помните? Поехали. Но пришли в себя полностью, так следует понимать. Нашел Эмери слова. Но пока мяч на твоей пол. Хороша подача. Ух. И рука Холдинга на плече у Миши Беллерина. Подача. Выносит Арсенал мяч. Как Тоттенхэм активно начал вторую половину. Ян Фертонген. 2-3 ярда. Движется к чужой штрафной Тоттенхэм. Бен Дэвис увидел Дели Алли свободного. Тот опять получил. А он и идет. Манит. Это как след калашинцев побольше. И вот Арсенал впервые переходит на чужую половину поля. Рэмзи проникающий пас, но выходит. Гольфистый перевод на Сона идет. Эриксон, Арье. 5 игроков Тоттенхэма в штрафной. Передачу. Но еще играть не переиграть. Заброс, нарушение правил. Блокировка по сторонам. Бьет Рэмзи. На отскоке первый Джака. Мяч под левой. Аккуратный пас на Калашиноца. Перед... Беллерин. Это очень неплохая передача. Абамиян. Удар, поворот. Ткнуться влево. И именно туда. Может быть, глядя, может быть, интуитивно. А может и на удачу. Бьет Пьер на противоходе. Гамбалисты бы сказали переводом. Видите, двигается вправо от себя. Ну, давайте поглядим. Ракурс удобный. Эктор Беллерин. Красавец, а? И тут передача в касание. И да, точно. Здесь Элик Штайнер, вы посмотрите, человеку 200 лет позавчера исполнилось, да? Он так в Ювентусе не праздновал отрада. Давайте будем говорить, что Тоттенхэм был лучше. Еще одна попытка паса за спину. Опять тому же Абамиянгу. Нет, все-таки гранит Джака. Подаст и подаст. Хорошо. Холдинг. Удар, поворот. Ох, мощь какая. Прям как ветром дадут. Джака подает. Передача на набегающего. Это Сиат Калашинац. Не бьет, отдает Рэмзи. Надо получать удовольствие, когда такие матчи в АПЛ случаются. Шел в центр, он ближе к бровке играл, да? А места на краях. Дели Алли меняется. Штрафную Александр Лаказет. Подача. Чисто так, да даже не визуально, а на слух, что ран. Переходить, а это Сон. 20 метров до ворот, отбивает Лену. Сона плотный, мы это знаем. При расстановке, как здорово, Беллерин. Рэмзи, прострел. На фланг. Ну, разумеется, нет, сегодня это ситуативно. Гюндузи. Без поражений. Это, безусловно, заслуга Эмери. Угловой. Рэмзи! Не так сильно, как хотелось бы, наверное, но все равно далеко за это мяч довел. Удар поворотом и Лика. Чемпионов мира такие мячи пропускать не должен. В ленточке юрист всегда безупречен. Бывают киксы на выходах, но здесь... Рикошет от Эрика Дайера. Вот она причина. Потому что Рэмзи мяч отобрал. Здесь Лаказет. Под левую. Да, поехал. Это заходит. И Арсенал впереди. 3-2. Качели продолжаются. Очень интересно. Вернули снова, вышли вперед. Ну что Сентарера творит? Он выходит опять уже к воротам. На углу вратарь бьет. Как гвоздь забил в дальний угол. Посмотрел. У него всем получается. Все, и тут Юариса никаких шансов. Да какой? Тут Месут Озил. Позавидовал бы такой передаче, а? Ну и удар. А Абамиянг у нас сегодня 2 гола. Плюс получит, конечно, свою желтую. Иначе как-то пользоваться. Они желтых получают чаще других. А Абамиянг бежит за хет-триком и дает. Джака. Подача. Кулаком Юрис отбивает мяч недалеко. Эктор Беллерин. Они смел. Подает Дэвис уходящий. Мол.